Марфина. На очередном рейде по несанкционированному выбросу мусора очевидно было одно. Жители почти уяснили, что нарушать закон плохо. Территория стала чище. Рабочие грузят в этот 15-тонник опил сухостойных и аварийных деревьев. Процедура стандартная. Вот такие же грузовики должны заказывать и жители, желающие выбросить в строй мусор, чтобы не нарушать закон. Бывают они трех видов – на 8, 20 и 27 кубов. Этот местный житель, как выяснилось, не знал о том, что выбрасывать ветки на контейнерную площадку нельзя. На этот раз отделался устным предупреждением. Если нарушит повторно, будет оштрафован на 5000 рублей. Это не запрещено складировать ветки, но они должны складироваться в контейнер, который предоставит, например, муниципальная организация по благоустройству. Раздельный выброс мусора – еще одна сложная задачка для некоторых жителей. На площадках специально установлены синие контейнеры для пластика. Этот гражданин то ли забыл, то ли не знал, но быстро исправил ошибку и обещал в следующий раз не нарушать установленный регламент. Рейды в округе будут продолжены. Соблюдайте закон и берегите окружающую среду. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».